Ну вот смотри. Кулак себе не сломай. Как? Давай. Всем привет, с вами Артем Тарасов, это программа «Самбо для пацанов». Сегодня мы рассмотрим самый распространенный случай нападения гопников на обычного человека. Как же вам защищаться? Смотрите, пацаны. Чаще всего начинается какой-нибудь словесный конфликт, и человек хочет вас ударить таким ударом от пятки, всем корпусом, всем телом, всей спиной, на что очень легко среагировать. Сейчас Артем вам покажет, что нужно делать. Просто выставить руку. Обычно начинают со слов, как нибудь хотят доебаться, ну к нему бы я лично доебался за прическу. И вот я сказал, ты чё, бля, петушиная прическа, и закинул вот этот удар. Я защищаюсь, да, то есть самое простое, это защититься, и отсюда сразу же снизу хорошая перекот в челюсть. Все, партнер лежит, естественно, можно добавить здесь через руку, он уже уберет правый, левый, и еще раз правый. Но одного удара обычно достаточно. То есть еще раз, вот он кидает. Вот просто руку поднять, задача, ничего здесь сложного не надо. Ваша задача просто вот, как котенок испугался, защититься. Раз. И отсюда просто вот так же с ноги, спокойно, двумя костяшками вот этими желательно попасть сюда, в челюсть. Дальше отсюда можно бам-бам. Но обычно он руку берет, если в челюсть, эта рука сразу же тынь-тынь. Все, положили. У него же блок здесь. Вот, же, вот то есть любой удар, ну вот это сильнее. Вот он берет. В щеку целится, а не в... Так оно соскальзывает просто. Ну вот я бью ему вот сюда, вот видишь, рука просто соскользнула. Вот я бью. Ну вот давай он, я ударю, посмотрю, как он защитит. Удар, давай. Найди, давай. Надо снимать ботинки? Давай, давай. Ну вот смотри. Кулак себе не сломай. Давай. Куда ты прямой это бьешь, алло? А куда? На боковой бьем. Какая я боковой? Нет, сбоку. А я тебя ударила в нос? Давай, бей, блядь. Больно? Давай. Мне больно. Давай. Мне больно. Ну бей. Ну вот. Просто я... Ну. Вот. Чего? Я тебя ударила. Да, Яночка. Взяла прямой, дала. Давай я тебе дам боковой. Ты... А это просто он подготовлен, он такой типа, оп, бам, и прямой вставил. Наебал, думал, сбоку. А может проще вообще нырок сделать, уклончик? Блять, ну нырок, какой нырок? Ну нырок сложно, ну пусть делает. Ну просто сказать, что можно сделать нырок, но это на самом деле очень сложно. Потому что каждый там проходимец, ну, может не сделать нырок. Каждому индейцу, как говорит Артем, сделать нырок не так просто. На самом деле проще всего это защититься. У тебя обычная защитная реакция, на которую мозг успеет сработать. То есть он начинает бить, проще защититься. И даже если вот как Яна ударила боковой, можно прямой, да, то есть можно защищаться вот, либо сразу двумя руками, вот он бьет двумя руками. То есть без разницы, я прямой, либо боковой также, видите, он там что-то попадает, но чуть-чуть. То есть просто вот такой блок. От прямого, от бокового, вот так локти центр, голова как в панцирь убирается, вот у вас блок, да? Ну это чтобы наверняка, да. А так от бокового... Ну, можно сказать, что как бы нырок это хорошо, но можно не успеть. Да, нырок. Может прилететь. Можно, конечно, вот он делает боковой, можно здесь нырок там, отсюда бам, бам, проявить себя крутого боксера, но в основном это пьяная драка и человек, на которого нападает, он не подготовленный. Поэтому все проще всего, да, вот закрыться, да, бам, 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 все. Бам-бам-бам-бам. То есть еще раз, пацаны, вот вам боковой сделал, вот, вы просто защитились. Ваша задача просто еще раз поднять руку и локоть в центр. Все, отсюда вы с ноги как бы, вот у вас рука была, вам с ноги просто надо выкинуть ее, без разницы, как она у вас пойдет, вот, бам, сюда, все. То есть движение с ноги, выпрямиться на ногу. Такое движение, и вот у вас, поставь руку сюда. И вот это поставь, чтобы я тебе, ну, да. Туда. Еще раз, да, то есть вот он берет, раз, и отсюда, да. Все, двумя костяшками желательно бьет, и все. Вообще блокировать лучше сюда, здесь локоть, то сюда заводишь. Ну так тяжелее, наверное, закинуть. А? Тяжелее закинуть. Не, просто сам по сути блок вот работает. Закрывайся. Ну да, вот. Потому что вот у тебя часть закрыта. Ты просто если вот так будешь ставить, то тебе прилетит вместе с твоей рукой. Понял. А нет, так ты нет. Просто принимаешь, знаешь, ты так ставишь, потому что ты принимаешь плечо. Есть понимаешь? Хорошее движение для отработки блоков, вот такое в боксе, то есть это вот именно, вот как будто голову гладите, вот. Сюда, сюда, то есть реально вот у вас и есть защита, то есть бам, бам. Прям, еще раз, давай. Вот прям берете, вот. Ребята на улице не тренируются. Каждый всегда как сказать, двигается от той мысли, что если чем сильнее я размахнусь,
чем подальше я отведу руку, чем больше я там влечу в него, тем больше шансов у меня его вырубить с первого удара. Ну, все так всегда рассуждают и так думают. Посмотрите, сколько есть вот этих смешных видео, где идет какой-нибудь там левый парень, и у него размах, там, человек его просто, если тренированный, проваливает где-то сайдстепом или еще что-то, и человек улетает за своей рукой, потому что он летит туда со всей силы. Он думает, что вот, я сейчас тебя влечу. Реально пьяные драки, и вот эти драки гопников, они в основном вот так. На самом деле, ну, мало же кто понимает, что, ну, важно бить хлёстко, а не как бы не с размаха, а как бы похлёще ставить и все, и туда, и там человек. Много для этого силы не надо. В общем, вот так вот, пацаны. Точно, быстро, резко, бам! Ну что, пацаны, с вами была программа «Самбо для пацанов». Артём Тарасов, Артём Шакала. Тренируйтесь и становитесь сильнее. Ауе, харьковским пацанам. Пизда всем гопникам!